Или на коротких будет некрасиво? Да нет. Красиво? Да. Просто светлые могут испачкаться. Может, мы черные сделаем? Темные? Ну, как вообще, как вы желаете. Девочки, я так расстроилась, что мой предыдущий эфир не сохранился. Знаете почему? Потому что у меня теперь две странички на, получается, Project 3 Store и моя страничка. И постоянно высвечивается же сверху, что кто-то подписался. И я случайно, когда вот это вот лайки высветились, я случайно нажала, и получилось так, что меня выбросило из моей основной странички, и эфир не сохранился. Я расстроилась. Потому что классный у нас с вами интересный эфир довольно-таки вышел. Вот. Ну, ничего страшного, я запишу новый эфир. Плюс в этом салоне такой красивый фон Прада. Почему бы и нет? А также предлагаю выбрать мне цвет маникюра. Мне нравится вот из этих. Ой, какая беда. Ой, Лана, ты решила у нас тут покудахтать, я смотрю. Курицы набежали сразу же, моментально. Девчонки, смотрите. Какой цвет вам нравится больше? Нравятся вообще эти оттеночки? Там тоже очень хороший белый. Там тоже недавно есть. Серенькие. Вот там фирмы, да, куда? Да, и та, и та тоже очень хорошая. Что по этому поводу думает Кизару? Это такой прикол про Кизару? Или что это? Это что? Офигенные цвета. Лоб нужно уколоть. Морщины. Спасибо. Я прислушаюсь к вам. Форма у меня мягкий квадрат. Так, вот курица, это то, что я тебе задела. Так, скрайп открываем прямой эфир, потому что мы в зарубы не вступаем. Мы со всеми культурно общаемся. Мэри, где купила кросс, который на фото с яхты с мажика Ахно? В ЦУМе. Это Бальма. Стоит 55 тысяч. Лучше купите мой костюм за 600. Потому что дорого не значит качественно. Кто следит за мной в сторис, видели, что я недавно свою сумку Бальман сдала из-за того, что она даже месяца мне не прослужила. Она была просто ужасного качества. Подумаешь, цена всего лишь 108 тысяч рублей, и это со скидкой. Это со скидкой в 30%. Вообще цена этой сумки Бальман была на сайте больше 130 тысяч. Поэтому. Красотка, выглядишь прекрасно, не надо тебе никаких уколов. Спасибо. Ну и нафиг такие дорогие сумки, скажи. Ну, эта сумка была красивая, эта сумка была подарком. Я же не знала, когда ее приобретала, что она и даже месяца не прослужит, и мне придется ее назад сдать. Обзываешь своих любимых подписчиков курицами. Какое право имеешь? Я своих любимых подписчиков курицами не обзываю. Да, я недавно делала ногти, они у меня отлетели. Вот, мне сменили мастера, и сейчас мне будут делать новые ногти. Вообще другая стала. Время идет. Зря говорят, что люди не меняются. Люди меняются. Я произвела огромную работу над собой. Я надеюсь, сейчас никого своим болтовнёй не напрягаю. Я хотела измениться внутренне, я изменилась, но при этом еще получилось так, что изменилась и внешне. Вот. Как получилось. Поэтому. С
смотрите, когда в костюме сидишь, к примеру, если пьешь чай, то видно браслетики. Здесь нет манжета вот на этой части. И получается, что если вы наденете браслетики, то их будет видно. Когда вы там, например, пьете винцо или чаек, или кофеек, они вот так вот классно топорщатся, и очень прикольно это выглядит. Это точно, ты стала красивее, приятнее, не такая была прям как вау. Ну, бывают разные промежутки времени. Кто-то пишет, ой, ты такая классная раньше была, что с тобой сейчас стало, ты стала такая ни о чем. Кто-то пишет наоборот, что сейчас я стала лучше. Кто-то пишет, что тебе со светлыми волосами лучше, кто-то пишет, что тебе с темными волосами лучше. Поэтому я даже не знаю, честно, как реагировать. Как ты волоски на бровях красишь, они же вроде у тебя черные. Я не поняла ваш вопрос. У меня брови, ну вот они такие, как у меня сейчас, я их не крашу практически. Размер L подойдет для роста 75. Напишите, пожалуйста, ваш вес. Девочки, кстати, спасибо, что подписываетесь, спасибо, что оформляете заказы, это очень-очень приятно. И цвет Тиффани, кстати, остался последний, его весь сразу же самый первый раз купили, цвет Тиффани, поэтому если вы решите заказать цвет Тиффани, то ожидание будет 2-3 дня. Вот, а на остальные цвета еще есть в наличии, поэтому заказывайте, спасибо большое. Но если вы хотите именно прям Тиффани, то ожидание 2-3 дня, делайте предзаказ, через 3 дня вам вышлют либо ваш город, либо доставкой курьером по Москве сделают. Вот. Планируете жить в квартире или в будущем купите дом? Мы уже переезжаем в скором времени в дом. Моя мечта сбудется. Вот. К осени. Милая Полежаева инфа. Я никогда не обижусь на такой комментарий, как у тебя, потому что этот комментарий адекватный. Если вы считаете, что мне было лучше со светлыми волосами, я могу лишь только к вам прислушаться, может быть, я чуть позже перекрашусь, но я никогда не буду говорить или обзываться на вас, потому что вы просто высказали свое мнение. Я могу лишь грубо отреагировать на тех, кто обзывается и кто подкалывает меня. Вот, ну, скорее всего, я промолчу, потому что, ну, сколько можно уже на это реагировать. Вот, Натусечка, куколка моя, привет, моя любимая, как дела? Что вы решили с поездкой в Питер? Девочки, вот мы с Катей уже переписывались и по поводу кошки, и я говорю, блин, как круто, что у меня есть Инстаграм, потому что... Если бы у меня не было Инстаграма, я бы в жизни не поняла, что кошку можно оставить дома одну. То есть я бы думала, куда ее пристроить. А мне вы столько посоветовали всего, поэтому спасибо вам большое, девочки. И я думаю, что, скорее всего, мы оставим кошечку одну на несколько дней. Если мы, конечно, улетим, потому что мы еще не знаем. Точнее, не улетим, если мы еще уедем, я считаю, что не знаю. Алиса, вот я тебя блокирую, потому что ты неугомонная какая-то у меня. Видите, как круто я сделала вот эти вот разрезы на этом. То есть ты сидишь, можно выпить чай. И видно браслетики. Красота. О, купили Тиффани, Ангелина мне пишет. Купили Тиффани, девочки, спасибо. Все, Тиффани все раскупили. Теперь Тиффани только по предзаказу. Ожидание 2-3 дня. Сделаем очень быстро, поэтому заказывайте. Тиффани, мы не ожидали, что Тиффани будет пользоваться... таким большим успехом. Сейчас, минутку, мне Ангелина просто пишет на этот телефон, сейчас я это напишу ей. Мои браслеты, девочки, очень маленького размера. 15 размер у меня на Cartier Love и 16 размер у меня на Cartier Гвоздь. 15 размер у меня на Louis Vuitton. У меня очень маленькая рука и мне очень сложно найти кольцо, мне очень сложно найти браслеты. Поэтому
Я даже не знаю, хорошо ли это или плохо, что у меня такая тонкая рука. Как у ребёночка пальчики тоже. Кого? Мне даже мастер маникюра говорит, ну это правда, ногти вообще детские. Ангелиночка, а я тоже, когда тебе перевожу на карту деньги, у меня тоже съедает комиссию. А у тебя Сбербанк? А почему тогда съедают? У меня тоже Сбербанк. Я часто Сбербанка перевожу, у меня съедают. А я, у меня всегда на тебе комиссия. Я поэтому думала, что у тебя другая карта. Это больше 50 тысяч, когда в месяц лимит переводишь. Не, я там перевожу там 3 тысячи. В целом. Переводов, если больше, чем на 50 тысяч. Если у тебя переводов в месяц больше, чем на 50 тысяч, вот мне сейчас мастер маникюра подсказывает, то поэтому начинается комиссия. Да, у меня тоже. А у нее нет переводов. Она никому не переводит? А она наличкой пользуется. Слушай, у тебя другой карты нет, да? А Тинькофф тоже там будет комиссия. Просто мы с каждого костюма тогда будем терять нормально так это, если на каждый костюм это... Да. А я тебе... А. Ничего страшного, ничего. В общем, все. Все костюмы Тиффани раскупили. Сейчас только уже по броне, да, можно оформлять заказ. На изготовление приблизительно 2 дня, да? Слушай, может быть мы сегодня, давай, может, ткань сегодня закажем и просто отошьем еще Тиффани. Потому что все хотят Тиффани. Не знаю, посмотрим. Вова мне позвонит, все, давай, целую. Я звонила в Сбер, мне сказали это. Да? Ей. Алло, да, Зай. Привет, Кисюн. А я закрыла ей туалет, да? Блин, бедная моя малышка. А она не обкакалась? Да ты что? Я на маникюре. Ну, минут 20 назад. Только приехала. Ну, у меня маникюр был в... Так, я приехала сюда, получается, да, 20 минут назад сюда приехала. Ехать мне было 14 минут. Она же не успела за это время обкакаться. Ладно, Вов, давай, я в прямом эфире, мне чуть-чуть некогда. Блин, я уже второй раз закрываю кошке туалет своей, и она, блин, однажды обкакалась из-за того, что я забыла ей туалет открыть, блин. Как же это, надо быть внимательной постоянно, чтобы не закрывать ей туалетик. Я извиняюсь, что я так долго разговаривала по телефону. Так, мы не определились с цветом. Как вам вот такой цвет? Черный. Ну, этот уже достаточно темный, да? Ну, да. Угу. Нет, я больше не буду делать ресницы никогда. А как меня зовут? Владимир Сергеевич. Здравствуйте. Темный, я думаю, сделать, да? Вот такой вот.
неоновый зеленый. Ой, я помню раньше, я ходила с длинными неоновыми ногтями. Сейчас что-то не хочется. Сколько стоит маникюр? Ой, девочки, я не знаю. Посмотрите прайс на страничке. Потому что я обычно, когда прихожу в этот салон, я, ну вот, в прошлые разы платила одновременно с волосами, с бровями. И поэтому я, честно, не знаю, какая точная цена на маникюр. Так, коричневый сделай. Это очень богато смотрится. Кстати, наверное, я сделаю коричневый. Спасибо, да, я сделаю глубокий коричневый цвет. Не дай бог, я назову, ну, называйте своего мужа так, как ему комфортно. Я же не обсуждаю ваши отношения и ничего вам не советую. Я не знаю, я рада за вас, за то, что у вас есть муж. Рожать когда? Вот это вопросы. Блин, да, я недавно была на ногтях. Я уже, блин, 500 раз рассказала эту историю, что у меня отлетели ногти. Вот я, мне поменяли мастера, и я пришла сделать новые ногти. У меня размер костюма вот этого эска вроде. Я не помню. Девочки, я не помню, какой у меня точно размер костюма этого, но я похудела очень быстро, и я маленького роста, учитывайте этот момент. То есть, если вы хотите сделать заказ, вы переходите на Project 3 Store, и Ангелина вас проконсультирует и подберет вам правильный размер. Я, наверное, сделаю глубокий коричневый, потому что мне посоветовала подписчица, сказала, что это дорого смотрится, но это правда дорого смотрится. Наверное, я сделаю. Конечно, я уже много раз была после карантина в кафе и в ресторане. Планируешь открывать магазин? Ну, если я найду отклики в ваших сердцах, если я найду хорошую аудиторию, которая будет рада приобретению моей одежды, то, конечно, открою дальнейший магазин. Я бы очень хотела этим заниматься, мне это приносит, правда, большое удовольствие. Коричневый какой, вот еще. Или можете такой бежевенький сделать. Смотрите, какие красивые цвета. Да, сейчас в разработке будет очень классное платье. Очень интеллигентное, очень интересное. Все будет в дальнейшем. Пока что мы с костюмами. Чуть позже начну. Нет, это не мой пиар-менеджер, у меня нет пиар-менеджера, это менеджер, который помогает мне с магазином. А костюм с шортами есть. Марго, не знаю, делает ли Марго ресницы. Шорты не короткие. Девочки, приходите на страничку, у нас есть шорты. Шорты очень классно выглядят. Стоят 2399 рублей. Можете отдельно себе купить шорты с худи. Штаны можете не покупать на лето. Вот. Длина у шорт очень классная. Она не сверкай попа. Длина ниже... Блин, как бы это объяснить. В общем, средняя длина, чуть выше колена, но достаточно ниже ягодиц. То есть вы можете использовать эти шорты как для городской жизни, также можете для пляжной. То есть если вы пойдете в кедах и в этих шортах, или даже можно под обувь на каблуках, вы можете спокойно перемещаться по городу и пойти в ресторан
в этом костюме будете всегда ярко и классно выглядеть. Есть белый молочный, разные цвета достаточно есть. Поэтому переходите, смотрите. Блин, я уже 700 раз ответила про маникюр, девчонки. Данный костюм, именно вот этот, это футер трехнитка, очень хорошего качества. Вот, можете посмотреть, как он выглядит внутри. Никаких ниток не торчит, очень мягонький, вот такой вот, мягонький костюмчик. Вот он внутри. Также есть в сером варианте на зиму, либо для перелетов, потому что в самолете всегда холодно. Футер трехнитка с начесом, очень удобно. Держит каркас костюма, тоже очень круто выглядит, напоминает западную культуру и что-то стиль Кайли Дженнер. Ресницы я больше не наращиваю, нет, как можете заметить. Что вам еще рассказать про ресницы? В Англию, да, спокойно вышли, высылаем по всему миру. В Украину можете спокойно заказать. Только цвета Тиффани уже нет, ожидания цвета Тиффани несколько дней. Остальные цвета в наличии. Могут выслать прям сегодня-завтра. Заказывайте, оформляйте заказ. Вы не расстроитесь, вы будете самой яркой, самой интересной. Почему не наращиваете? Сейчас, минутку. Почему не наращиваете? Это плохо, просто для себя хочу знать. В Казахстан, конечно, есть доставка, вообще спокойно заказывайте. В Казахстан очень быстро дойдет. Не наращиваю, потому что считаю это прошлым веком немножко. Не немножко, а очень сильно. Мне не нравятся нарощенные ресницы. Я родилась в Южно-Сахалинске. Какой цвет выбрали? Цвет? Я же еще где-то была выключена, когда я где-то выбрала. Еще есть. Угу. Так, а куда эти красивые цвета подевались? Какой-то мне понравился. Вам нравится этот цвет губ? Мне вообще не нравится. Да, мы дальневосточные земляки, можно сказать. Блин, а есть что-то такое глубокий коричневый цвет, собственно? Угу. Темный самый есть в наличии? Да, есть. Есть все в наличии, кроме Тиффани. Да, я учусь на права на автомате. Да, браслеты у меня золото хорошее. Настоящее.
Здесь нет, да, палитры? А я не знаю, какой вы мне посоветуете цвет какой-нибудь. Вот эти вот с красным оттенком я тоже не люблю. Нет, я лично не люблю красный оттенок. Какое авто планирую покупать, девочки? Нет, я не коричневого нет. Нет, ну хорошо, давайте тогда другой какой-нибудь. Только можете выбирать. Может, вот такой? Или нет? Может, зеленый? К деньгам. О, может, вот такой? Как он такой цвет? Вот, давайте вот такой, да. Он в кадре круто смотрится. Угу. Вот этот. Угу. Серо-зеленый я выбрала. Браслеты стоят недорого для золота. Не за бешеные деньги. Не бриллиантовые, к сожалению, пока что. А правильно говорить, к деньгам, да? Извиняюсь. А красные нет. Красные ногти я не люблю. Я их никогда не делала и не делаю. Френч попозже сделаю, в следующий раз. Брови я практически не красила, просто тенями коричневыми для глаз их подкрасила слегка и все. А черный у нас есть черный? Да. Сейчас я еще буду думать, либо черный, либо... Салон называется Agency Studio. Нет, я похудела с физнагрузками, я занимаюсь спортом. Очень редко, но занимаюсь. На карантине часто занималась достаточно. Ага, учителя все русского языка тут собрались. Набор косметический есть. При покупке костюма вы можете приобрести бьюти-бокс за 999 рублей. По-моему. Посмотрите на страничке точно, я не могу вспомнить. А, там будет BB-крем, набор из щеток, ой, из кистей, щетка. Поэтому... А, как познакомились с Владимиром, это было, да, достаточно романтично. У нас очень интересная история знакомства, но о ней я пока что не готова рассказывать. Так сказать, так сильно открываться. Хотя там ничего такого секретного нет. Ногти наращивать, ну, если у вас совсем коротенькие, там некрасивой формы и тому подобное ногти, то почему бы и не нарастить какие-нибудь красивые, интеллигентные ногти? В этом нет ничего страшного. Если без костюма, то цена 2100 рублей. Где познакомиться с успешным мужчиной? Короче. Так, где? Я не знаю, где. Везде можно познакомиться с успешным мужчиной. А дома нет, сама себе ногти не крашу, потому что это неудобно. Украина, большой привет. У меня учительница по английскому с Украины.
как вы можете про Кахно такое писать? Кахно – скрипачка, спасает детей от анорексии. Талантливая девушка, которая участвует в премиях, которая из музыкальной семьи, которая самостоятельно зарабатывает себе на жизнь. Поэтому мы, не надо меня сравнивать, и это некрасиво по отношению к девочкам, к Лизе и к Маше. Да, я колола в лицо, и еще хочу подколоть там себе углы, и еще кое-что. Да, я опять на маникюре. Мэри, вам надо дочку родить, вы такая красивая. Ой, я бы очень хотела себе дочку. Я неспокойна, я такая же разговорчивая, энергичная и с пропеллером девушка. Просто я же сейчас не могу орать на весь салон красоты или начать здесь танцевать. Я очень хотела сохранить прямой эфир, и этот, и предыдущий, но у меня не получилось сохранить предыдущий. Я надеюсь, что этот эфир у меня сохранится. Нет, мне совершенно не хочется встретиться с Лизой. Лиза – это пиздоболка, вот, это все, что я могу про нее сказать. Лиза любит попиздеть языком своим, как бы. Хотя сама просила не разглашать ничего, но свои обещания не держит, но мне даже это неинтересно обсуждать. Что посоветуете при переезде в Москву? Соблюдать спокойствие, потому что Москва – это точно такой же город, как и твой город, моя дорогая. Просто он чуть-чуть побольше. Москва – это не что-то сверхъестественное. Это те же самые микрорайончики, да, если ваш город… Напишите, с какого города. Если ваш город приумножить, то это то же самое, получится та же самая Москва. В Москве больше возможностей. Самое главное – сохранять спокойствие и не бояться, не думать о том, что люди, которые живут в Москве, они чем-то отличаются от ваших соседей. Все такие же, как и вы, как и ваши соседи, такие же, как, такие же люди, как и в вашем городе. Только, наверное, добрее, потому что люди из маленьких городов, они какие-то немножко злые, а в Москве все очень добрые. Да, она про меня не говорит в эфире и в интернете, понятное дело. А всем остальным очень даже говорит. Всем большое спасибо. Какой парфюм любишь? Я люблю Килиан. Я люблю Дольче Габбана. Кстати, почему вы сравниваете Кахно, Лизу? Что за бред вообще? Меня с Лизой. Маша, часто ли ты выпиваешь? Это если вы меня спрашиваете, то последнее время, да, я на выходные встречаюсь с друзьями, мы пьем апероли, пьем вино и круто проводим время. Я в этом не вижу абсолютно ничего такого. Главное в течение недели быть занятой, обязательно работать, чем-то заниматься, или хотя бы придумывать себе дела, если у вас нет работы, предположим. Придумывать себе дела для того, чтобы вы были в движении. Вот так вот.
Короче. Почему ты сейчас не с молодым мужчиной, а с бывшим женатым? Вам какая разница? Не вы же с ним? Почему вас это интересует? Такие красивых собачек показывают. Глупости пишут, да, ничего страшного. Костюм класс, большое спасибо. А с Машей мы общаемся и видимся раз в год. Мы, у каждого из нас свои дела. Мы с Машей никогда не дружили так, как с Лизой. Почему вы сравниваете вообще этих двух разных девушек? С Машей мы можем иногда списаться, и то это бывает раз в два месяца, поддержать друг друга. Виделись мы последний раз вот рядом с моим домом, она приезжала, а до этого мы, может, год не виделись. Просто мы питаем друг другу хорошие чувства. У Маши своя жизнь, у меня своя жизнь. С Лизой мы дружили, с Машей мы периодически общаемся и поддерживаем друг друга. Вообще, ладно, все, забейте. Что решили? А что я для этого хотела? Черный или какой-то зеленый? А женатик — это человек, который женат. И я с женатиком никогда не буду встречаться. Это факт. Мой мужчина свободен. Вы чуть-чуть рамсы не путайте, пожалуйста. Кого смотришь на ютубе? Я смотрю Алену Погребняк, я Александра Рогова смотрю. Так, ну, давайте, а тот какой я хотела? Вот, давайте вот этот вот, вот этот. Или хотя нет. Наверное, такие короткие, лучше либо черный, да, что вы мне посоветуете? Или черный, или нюдовый. Или нюдовый, да? Давайте тогда. А есть не черный, а про темно-коричневый, как черный? Только черный. Ну, давайте черный. Хорошо. Нет, мастеру удобно, что я веду прямой эфир. Мастер даже, оказывается, смотрела мои предыдущие прямые эфиры. Мне это очень приятно. Да, Рогов классный. Хотя мне Рогов не очень нравится, но что-то в нем есть. Ой, смотрите, как у меня молния горит. Обалдеть. Прикольно, смотрите. Классно, она неоновая. Я даже не знала. Я делаю черные ногти. Только не держи, слава. А, все, ладно, не дергайся. Твои костюмы понравились больше даже, чем Тати Кау. А что такое Тати Кау? Почему тебя так мало смотрят? Меня не мало смотрят. 308 человек, это разве мало? Это очень много. Это 300 человек, которые смотрят меня в лайв-режиме, которые пишут мне вопросы. И я каждого ценю, и уважаю, и люблю. Для меня это огромное достижение. Поэтому... Я периодически вытаскиваю руку из лампы, чтобы не подпекала. Вот.
Блин, у меня, оказывается, неоновая молния. Представляете? Я это даже не знала. Это огромный плюс на костюме. Сори, Татика, это такой бренд московский. Не знаю, не слышала. Почему цвет черный? Это же яркий, выбери лучше. У нас нет даже черного цвета. У нас нет черного цвета. А, вы про маникюр. Потому что у меня очень короткие ногти. Блокирую, простите. Не люблю читать бред и не хочу тратить на это свое время. Девочки, если какой бред вы спрашиваете, мне никто предложение не делал, чтобы я брала чью-то фамилию. Вы чего? Пожалуйста, спокойно, не надо никуда бежать. Я не Ванга, я не знаю будущего. И не факт, что Ванга знала будущее. Господи. Будет день, будет пища. Я ничего не знаю, я не думаю. У меня сейчас здесь, есть только здесь и сейчас. Научитесь жить данным фрагментом. Научитесь получать удовольствие от настоящего момента, от процесса. Это так важно. А не думать, что будет завтра, когда вы... Ой, поскорее бы в отпуск. Вот в отпуске я буду худеть, в отпуске я буду заниматься спортом. Или в отпуске я буду чувствовать себя счастливой. Нет, вот здесь только здесь есть... Здесь и сейчас, и все. Почему блокируешь, когда пишут правду? Я за правду никогда не блокирую, я блокирую только тех, кто пишет полный бред. Никиточка, привет, мой хороший. Советы хорошим отношениям, терпением. Если Мэри вам расскажет про Вову, это не значит, что вы найдете такого же. Да блин, я на самом деле никого, ни от кого ничего не скрываю. Просто люди, очень много неадекватов. И не хочется на неадекватов тратить свою энергию. Вот и все. Мэри, когда можно будет заказать костюм? Уже прямо сейчас. Заходите в мои сторис, переходите по ссылке на магазин и заказывайте. Господи, Катя, какой бред, ты пишешь с другого уже аккаунта, я тебя заблокировала, ты заходишь с другого и пишешь. Боже, боже мой. Я просто в шоке. Сахалин, люблю, ценю, уважаю. Большой вам привет. Костюмы будут другого фасона, других оттенков, конечно. Но я сейчас наслаждаюсь этими костюмами. Опять же, не будем забегать вперед. Что посоветуешь от выпадения волос? Витамины перфектил. Продаются в аптеке. Ткань костюма, футер, трехнитка, очень хорошего качества, не боится стирки. Стоимость его 6100 рублей. Футер трехнитка, дышит в жару, не закупоривает вашу кожу. Все шикарно. У тебя очень красивые глаза. Это как? Спасибо большое. Очень приятно. Господи, вот эти аккаунты меня просто... Я их устала блокировать, честно. А я иногда случайно вместо них заблокирую случайно рядом комментарии от какой-нибудь девочки, которая вообще ничего плохого не написала. И мне потом пишут девочки с других аккаунтов, Мэри, блин, разблокируют, и меня случайно, видимо, заблокировала. И вот, понимаете, зачем мне тратить это время на блокировку? Трехнитка – это самая лучшая ткань костюма. Да, девочки, футер, трехнитка.
Плюс это не садовод, это лучшая ткань, которая есть на рынке в Москве. Я вам не вру, вы сами, ну, по-моему, даже через видео понятно, как, насколько крутая эта ткань. Какой цвет лучше брать? По поводу цвета, это уже вы решайте сами. Перейдите на страничку и посмотрите, что бы вам хотелось приобрести. Какой цвет? Потому что цвет, все цвета бомба. Я буду носить все по очереди. В Украину вообще можно заказывать без проблем. Заказывайте, конечно. Вам все отправят. Думаю, доставка не будет больше недели идти. Казахстан, конечно, есть доставка. Вообще спокойно в Казахстан доставят костюм. В Прагу я тоже уверена, что запросто доставят. Потому что я сама, я все-таки решила черный. Просто с автоспрейчик переметнулась в черный цвет. А мне пришли, Мэри? О, нет, спасибо большое. Да, розовый спокойно, Почта России можете себе оформить. Розовый есть как вариант с шортами, есть также вариант со штанами. Если вы хотите отдельно к штанам еще приобрести шортики, вы можете купить их за 2399 рублей. Вам нравится? Очень, очень, да. Я вообще не пожалела ни капельки, что этот цвет выбрала. Отдельно у нас можно... Вот смотрите, толстовку вы отдельно не можете приобрести. Вы можете приобрести толстовку либо с шортиками, либо со штанами. Либо и толстовку, и шортики, и с конишками. Кыргызстан есть, да, отправляем, девочки, везде, куда только захотите, туда вам и отправим. Вообще не проблем никаких. Будет качественная упаковка, все будет в красивой бумаге, тишью, в нежно-розовой. Все будет красиво упаковано, с приятным ароматом, поэтому... Можем проблемы за свои неудобства. На мне размер S, а рост у меня 157. Девочки, все, я буду выходить из эфира. Всех целую, всех люблю. Потому что мне уже не очень удобно, чтобы я не мешала уже. Я все тут дергаюсь, плюс у меня волосы уже некрасиво лежат. Лампа отсвечивает. Все. Всех целую. Пока-пока. Позже потом зайду.